А есть у Путина друзья? Есть ли группы, на которые он может опереться? Международные какие-то лидеры? Ну, в общем, есть ли те, кто на его стороне или как минимум готов с ним вместе идти в угоду своих интересов? Видите ли вы кого-то из, там, опять же, стран или в целом окружений или каких-то прослоек населения, которые могли бы стать его помощниками вот в этой войне и в целом в его целеполагании? Очень интересный вопрос, кстати. Да, есть, безусловно, страны, которые так или иначе в интересах России что-то делают и продолжат это делать. Неважно, мотивация, там деньги, коррупция или еще что-то другое и так далее. Есть отдельные невлиятельные политики, даже там, вот в выборах кандидатами заявились в Соединенных Штатах, люди, которые занимают пророссийскую позицию и так далее. Я имею в виду тот же, там, по-моему, Кеннеди, да, младший, или что там еще такое. Есть политики в Европе, которые долгое время, опять же, они все эксы, бывшие, которые долгое время сидели в наблюдательных советах госкорпораций российских и так далее. Они периодически выходят с какой-то там тематикой пророссийской. Есть аналитики такого, ну, очень странного типа, которые, да, для того, чтобы надуться, рассказывать какие-то альтернативные версии истории, соответственно, где Россия очень эффективно выглядит в рамках этой войны и так далее. Но все это, вот тут правильный тонкий вопрос, но все это незначительно влияет на те процессы исторические, которые сейчас приходят. Почему? Потому что лично, вот я сейчас возвращаюсь обратно к личности самого Путина, если бы это был человек волевой, который держит удар, лично держит удар, то да, в любом случае были бы люди, которые сказали, да не, мы с ним пойдем дальше. В любом случае. Сейчас все увидели, что это крайне трусливый и глупый старик. Да? Я прошу прощения за это, но это выглядит именно так. Ну, то есть подсознательно, интуитивно люди сильные не тянутся никогда к трусливым, слабым, безвольным людям. Ну, то есть вот это сейчас случилось. И это тоже один из фундаментальных элементов, который, в принципе, будет резко обрушать российскую стабильность как таковую. Потому что нету ни страны сильной, ну, только корыстные страны, да, из которых могут взять какой-то интерес в России сейчас и так далее, получить что-то там с демпингом каким-то, купить там сырья, да, там что-то и так далее и тому подобное. Но точно уже практически я сомневаюсь, что есть страны, особенно из перечня стран, которые влияют на какие-то процессы, на глобальные процессы, что они заинтересованы в сохранении Путина или прямо публично его поддержать. Я думаю, что будет процесс деградации глобальной поддержки России идти все более интенсивными темпами. И, кстати, посмотрите на модель поведения Лаврова. Да? Ну, видно, что человек полностью расплывшийся, растерянный, примитивно говорит о каких-то, ну, повторяет бесконечно. Знаете, это как вот попугай, я прошу прощения, опять же, попугай, который всегда повторяет одни и те же нелепые фразы. Вот и при этом видно, что он подавлен. Вот почему? Потому что собрать какую-то международную коалицию действительно из стояковых стран, влиятельных стран, России уже не удастся. И, соответственно, вот это тоже, кстати, должно немножко толкать внутреннее окружение Путина к осознанию того, в каком состоянии они оказались. Я сомневаюсь, что они даже тех самых юридические конторы сильные найдут себе в случае возникновения какого-то существенного уже обвала России. Сейчас, конечно, можно, там, чтобы против санкций бороться. Вы знаете, периодически те или иные олигархи подают иски встречные, чтобы их вычеркнули из списков, и там есть компании, которые их обслуживают, но я сомневаюсь, что после войны будут компании, подписывающие контракты с представителями российской элиты.